И снова всем доброго времени суток. Сегодня мы опять на рынке. И сегодня здесь, смотрите, что творится. Машины не заехать. Очереди, пробки. Сегодня здесь ажиотаж. Но мы прорвались. И сейчас будем смотреть, что сегодня прибавилось. Какой товар, какая птица, какие собачки. Все, сейчас посмотрим. Ну вот мы в самом гуще событий заехали. Ну, птицы мало вот справа. А слева собаки. Собаки, кошки. Сейчас мы пройдемся сначала по птице, а потом пойдем с собачками познакомимся. Ну, здесь этот ряд кроликов. Мы вчера тоже с вами были. Сейчас пойдем с Борисом поздороваемся, если он здесь. Ага. Бориса сегодня нету. Видимо, вчера продали. Вот новый. Эти маленькие такие хорошие. Реклама. Ой, Гоша шмот разрывается. А вот Гуся? Нет, он лазает. А давайте проверять будем. Смотрите, девушка снимать пришла, как мы будем узнавать? Красавцы девушка, такой. Как вы думаете, как мы сейчас будем узнавать? Гусак или гусыня? Не знаю. А? По глазам, может быть? По глазам, да. Конечно. Если добрый, то кто? Да, да. То женщина, да. Здравия. Да, добрая женщина. Значит, при вас мы не будем. Да, вот дарят. Дарю. Таких маленьких, хорошеньких. Ага. Дарят. Маленький смотрит. 100 здесь ага. Снимает. Ага. На нашем рыночке Михайловке. Ага. 3 месяца. Помните, овчарка Салабая. Здесь у нас продают. Продаете? Почем? 30 тысяч. 30 тысяч. Ага. Наши красоты. Ага, хорошо. А что будет у вас? Вот смотрите, корги здесь тоже у нас есть. Сколько стоит? 250. Документы? Да? Маленькие такие красавцы корги. Ты красавица. Вот опять шицу у нас есть. Нельзя? Хорошие такие. Хорошие. Ой, здравствуйте. Вот немецкая овчарка у нас здесь имеется. Блэки. Как зовут? Блэки. Блэкбери вообще. Блэк. Ой, красавица. Это девочка. Девочка, ой, красавица. Значит, красавица. Что стоит? 60. 60. Угу. Это у нас что за порода? Спаниель. Спаниель. Ой, эти масенькие спаниельки такие. Ой, страшно. Привезли, наверное, первый раз, да? Страшно им. Им страшно. Что стоит? 30. Ага. Вот кавказская овчарка. Сучечка. Сколько ей? Полтора. Полтора. Красавица, просто красавица. Вот они, шпицы у нас тоже есть. Вот еще маленькие мордочки. Сколько им? 2 месяца сейчас вот будет. 2 месяца. Почем? 60. 60. Угу. Все. Здесь 3 недели. Месяц и 3 недели. Овчарки. С устойчивой психикой. Почем? 65. Угу. Вот она красавица. Кто, мальчик, девочка? Это девочка. Девочка. Доберман. Доберман у нас тоже есть. Сколько ей? 2,5. 2,5. Спать она хочет, да. Она хочет спать. Вот, девочка, 2,5. Что стоит? 250. 250. Угу. Да.
Караганде есть вот такие алабаи. Да. Есть такие. Красавцы. Красавцы, видно, хороший костяк у них, да? Да. Че, сколько им? Месяц и неделя. Месяц и неделя. Для месяца и неделя. Вчера были месячные, вообще маленькие, блин, два раза меньше ваших. Нет, месяц. Да, что-то я его сегодня не вижу. Да, почем? По 50. По 50? Да. Документов нету? Нет, они домашние. Они документ клуб дают. Хотите, я напишу вам документ? Нет. Под серию? Угу. Зачем документ нужен? Вот, смотрите, Акита. Сколько им? Через неделю будет 2 месяца. Через неделю 2 месяца. О, какая прелесть. О, какие морды. Вот это вот поставлю на аватар. Это все мальчики, но белая девочка. Почем? 80. 80. Климо есть? Климо нет, но есть паспорта. А, щенячки, да? Да. Угу. Ой, такие хорошие, прелесть. Прелесть просто. Вот французики. Маленькие, мерзляки они. Мерзляки. Московская сторожевая. О, мне вообще нравятся вот эти вот собаки. Московская. Сколько им? Им месяц. Месяц? Да, ну, на что стоит? Так, эти 90, а французики 80. Ага. Французики 80. Блин, мне нравится. Вообще. Вообще. 2 месяца. 1 мая, 2 месяца. Да, без разницы. Ага. Это девочки. Ага. 2 месяца нормально, да, костяк у нее тоже хороший. Угу. Вы тоже палаба, ну? Да, поуезжали. Ну, кто в Германию, кто она в России. Она уже возвращается на историческую родину. Да, вот, меня просили снять голубей, дошла я до них как раз. Вот еще. Можно, да? Можно. Породу, это не то, что такое, что... Голубей кто спрашивал, показываю. Вот еще. Не еще, а уже. Три года, это разве много? Ну вот, и до голубей добрались. Собачек. Почти всех мы обошли. Видите, какие у нас ряды. Ну, на этом сегодняшний обзорчик буду заканчиваться. Подписывайтесь на канал. Вам ничего не стоит, а мне это важно для продвижения канала. Всем спасибо, кто смотрит меня, кто досмотрел. Всех благодарю за комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Всем спасибо.